Ребята, ну, продолжаю повествование. Предыдущее видео было у меня про сурсонг. Вот он стоит на заднем плане. Я вам показывала, какие огромные листья. И, значит, достала я еще одну орхидею с того же стеллажа, с той же полочки. Они у меня две соседки. Это моя Caribbean Dream. Но она уже немножко выцвела. Посмотрите на эту красотку. Вот действительно она сейчас уже выцвела. Она была более яркая. Вот это последние, у нее распустились цветочки. Вот видите, даже здесь последние цветочки не так яркие. И вот это тоже такая, знаете, вторая лошадушка у меня в коллекции. Она уже вот, по-моему, норовит выпасть из горшка. Тут у нее рапанчик в компании вместе с ней. Тоже посмотрите, какие огромные листья. Ну, посмотрите форма листа, да? У серфа такая более округлая форма, а у карибской мечты она более остренькая. Ну, тоже посмотрите, какие огромные листики. Точно так же в двойном горшочке она у меня посажена. Водички немножко там. Я сейчас хочу продолжить протирать зеленым мылом листики им для профилактики. Серфу я уже протерла. Посмотрите, как блестят. Но вот этот лист мне не нравится, но что поделаешь. Какой-то вот на нем такой, видите, пигмент. Возможно, солнышко. Главное, чтобы ничего не серьезное. И вот тоже карибская мечта с удовольствием растет. Доказывает, что она ампельное растение. Заваливается на бок. Хочет свисать. Видите как? Но я не против, в принципе. Конечно, со временем будем обновляться. Растим вот такие огромные листовые пластины. Что одна подружка, что вторая. Вот я вам показывала в предыдущем видео вот эту красоту. И вот эта красота рядышком вместе с ней, карибская мечта. Ну, вы знаете, вот выцветает, выцветает. Думаю, что все-таки в зимнем цветении, если оно будет, ребята, я что-то, мне кажется, после такого массового цветения на два цветоноса у карибской мечты вообще, вот видите, какие два больших цветоноса и достаточно крупная такая цветочная у нее объем, ну, господи, чаша, цветочная чаша не маленькая. И я вот не знаю, сейчас уже август месяц, как она быстро закончит цветение, не закончит, и как она быстро отдохнет, дабы нарастить опять мне красоту. И вот обратите внимание, здесь-то в принципе у карибской мечты три цветоноса. Посмотрите, вот новый цветонос раскрылся всего лишь на 6 цветочков. И посмотрите, как у нее, какое большое расстояние между цветами она сделала. Видите? Не скученность, нету скученности. Вот так вот. Здесь на второй цветонос тоже новый. Видите? Тоже новый. Но здесь побольше цветочков. Если здесь 6, то здесь 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Здесь 8. На этом цветоносе 8. И вот старый цветонос, который я возлагала на него большие надежды. Ой, запутались. Я его не обрезала до конца. А, кстати, вот на старом цветоносе есть почечки. Так может мы как-нибудь потихонечку и до следующей весны с цветением дотянем, если поразбудят все почки, было бы здорово. Но на этом цветоносе, на старом, девочки, смотрите, какое скудное цветение. Всего лишь два цветочка. Но в общей картине получается, что букетик. Вот так вот. Получается, этот цветонос старый как-то вообще скудненько процвел. Ну ничего. В общем, я сейчас пониже вот так сяду. Вот так, из-под низа покажу эту красоту. Вот так лучше смотрится. Вот карибская мечта. Вот такая красота. Но она ярче была. Ярче, девочки. Вот в обзоре она, обзор раньше снимался, она намного ярче, конечно. Здесь она просто уже выгорела. Ну и вот серф рядом. Сейчас я вот так
поближе подвину горшочек. О, вот они вдвоем. Они так и стоят вместе на полочке. Две красавицы. В общем-то, две мои лошадушки. Там еще лошадушки подрастают. Не знаю. Боже, куда они все поместятся, девочки? Ну, действительно, такие розетки огромные. Все-таки компактные орхидеи. Как-то с ними проще насчет дефицита места. А эти прям, о, моя рука. О, какие огромные повырастали листья. Ну, чем, я вам скажу, чем мне так кажется, чем крупнее орхидея, тем, мне кажется, у него массивнее у нее цветение. Вот. Здесь, конечно, серф меня не порадовал количеством цветочков, но он яркий. А карибская мечта, вот она такая вот красопета. Вот вам показываю издалека. Вот такая красопета. В общем, эти мои два товарища растут и стоят вместе на верхнем стеллаже, тянутся к солнышку и радуют своим грандиозным цветением. Но они просто неповторимы. Единственное, что знаете, как если бы у серфа немножко вот сюда цветонос направился в эту сторону, не было такого, знаете, даже снимать неудобно. Слева, справа, не знаешь, куда камерой водить. Такие красавцы. Два брата-акробата огромных. В общем, ребят, у кого есть серф, у кого есть карибская мечта, и вот кто мечтает об этих орхидеях, чтобы вы имели представление, что это достаточно крупные товарищи. Вот у меня на верхнем стеллаже только две вот эти орхидеи помещаются на полочке. Можно между ними там где-то какую-нибудь минечку, конечно, пристроить, но они своими этими лопушистыми листьями, по-моему, закроют весь свет. И все-таки вот не знаю, кому как нравится, либо мне нравится и такой вот лист, более круглый, и нравится вот такой вот, более остренький. Вот интересно, как разные сорта, как отличаются, да, ребят? Вообще здоровски. Сейчас займусь карибской мечтой, попротираю ей листочки. И тоже у нее достаточно длинный цветонос. Да, тоже стремится к метру. Вот такой, вот такие вот огромные палки, ребят, длиннющие. И красивые цветочки. Ой, какие же они все прелестницы вообще. Ну вот не оторвать глаз, не оторвать. Когда их особенно много. Не так радует, прям греет душу. Так что все, ребят, привет всем любителям орхидей. В общем, имейте в виду, друзья, если будете покупать себе Surf Song и Caribbean Dream, песнь прибоя, Surf Song, Карибская мечта, то вы имейте в виду, что это такие достаточно крупные два растения. Имейте в виду, особенно те, у кого дефицит места. Вот стоят у меня на мокрых пяточках, потихонечку пьют. Где-то раз в 10 дней. Ну вот я говорила, раз в неделю нет. Раз где-то в 10 дней я их заливаю. Где-то на пальчик выше от уровня горшка. Через верх аккуратно, с краешку. И вот они где-то вот. Сегодня я вам скажу, какой день. Сегодня четвертый день, вот немного выпила. Там тоже есть корешок. Да, вот четвертый день. Одинаково их поливала, вот 4 дня. Вот столько выпил серф. И вот столько выпила мечта. Ну, вот так, ребят. Зимой, конечно, я так не оставляла ничего им. Поливала, но не оставляла, боялась, потому что иди знай. А вот сейчас летом в жару оставляю. Все, ребят, всем пока, всем красивых и здоровых орхидей.